тает, и мы трогаемся. Чуть расцвело, и мы тронулись по маршруту Иркутск-Москва, участок чуть ниже Перми, в сторону Казани.
я привезу вас в речь КМН. Еще разочек. Обгоняю, вступаю, только не ругайся. Ну,
Продолжаем движение по маршруту Иркутск-Москва. Участок от Перми в сторону Ижевска, Казани, ну и далее со всеми остановками. Летает. На улице
прохладно, минус 18. Ну, какие грозили синоптики. Thank you.
вчера было все нормально весь день, вот, за исключением последнего участка на трассе М7, который раздолбан до такой степени, что вот эти 5 километров можно напряженности приравнять ко всему вчерашнему пробегу. Вчера было пройдено много средняя дистанция 880 километров. Температура за бортом показывает датчик минус 25. Незамерзайка замерзла. Лобовое стекло, блин, хотел почистить. Сами видите, как получается. Так что температура никакие не минус 18. Это на стоянке было минус 18 возле домов. А вот на трассе минус 25. Ё-моё. Температура колеблется в пределах 25-19 на трассе. Видимость отличная. Небо безоблачное. Навигатор выбрал тот вариант через Воткинск на Ижевск. Ладно, поедем по этому. Остановился, сверил навигатор с дорожными знаками. Дорожные знаки показывали направо. Навигатор потащил налево через Воткинск. Решил поехать по навигатору и по знакам.
дорога без названия, местного значения. Зачастую я обратил внимание, что вот дороги местного значения лучше, чем федеральные трассы. Неудобство то, что солнце в лицо. Избежки есть. Нужно быть предельно внимательным. Возможно, дикие животные на дороге. Тут знаки не стоит. Но все равно. Что-то было по радио дальнобойщиков поинтересоваться, как лучше. Ну ладно, уже поехали, так поехали. Стал протирать стекло. Внутри салона лобовое. Бетон покрывается вот этим линием. Включил обогрев салона. Вроде стало полегче. Не замерзай, как я уже говорил. Дальнобойщики тоже тут катаются. Вот уж когда начинаешь понимать юмор анекдотов про навигатора. Температура поднимается.
сторону Ижевска двигаемся. И по дорожным указателям. Набор. Можно оплата по картам. Частные пробки направо Колотова.
ПБК
полосы, я придержу, если что. Я не шибко тороплюсь, не успокойся.
продолжаем движение по маршруту Иркутск-Москва. Сейчас движемся в сторону Казани. Автомобиль Шкода Фабия, механика, пятиступенчатая, резина зимняя, шипованная. Температура за бортом минусовая, минус 7. Движение разное. Как обстановочка?
нормально, экономичный. Ну, сколько бензина, ну, 100 километров.
конца. На Ниве, блин. По одной полосе в разные стороны. Пошел на обгон, когда встречная машина была уже. Рядом. Мелкие камешки. Отличная машина. Головой стекло.
разведки ни хрена нет. Bye.
там просто проехать. Вчера, к сожалению, этот участок дороги М7, которая разбита в Хитра, и дорога
от производителя по низким ценам. Удачи всем. 7-3. Вот так, где мы выкурили.